Новый год. Для каждой семьи это самый светлый, чудесный, волшебный и непредсказуемый праздник. Все начинают наряжать елочки, чтобы они сверкали огоньками и радовали нас на Новый год. Праздник приходит в каждую семью. Вот и мы перед Новым годом наряжали елочку, вернее, мои внучки наряжали елочку сначала у нас дома, потом у себя. Вот такая она красивая, яркая, с множеством игрушек. Это так интересно. Когда елка украшена, яркие огоньки весело мигают. А на верхушке красуется красная звезда. Получается красиво, нарядно и празднично. Все дети любят Новый год, и взрослые тоже. И в каждом доме загораются огоньки. Мы достаем елочные игрушки и начинаем развешивать их на елочку. Предвкушение, что под Новый год под елочкой появятся подарки. И мы тоже будем их открывать и радоваться каждому подарку. Посмотрите, как им нравится наряжать елочку. Обязательно нужно прочитать стихотворение или спеть песню. А это уже елочка. У внучек дома. Она повыше и с самодельными игрушками. Смотрите, какие пингвинчики и Деды Морозы. Что, уже подарки под елкой? Да? Так, а у меня и вот кто что? Это у нас тут? У нас здесь есть вот такая вот Барби. А у Юли что? Вот, что здесь как нужно делать. Вот сзади нарисовано. Вот так вот, да? Юль, Юля, помаши ручкой. Тебе мама тоже кудряшки сделала? Да. И Кира с кудряшками, и мама с кудряшками. Кудряшки. И Юля с кудряшками. А как ее распаковать? Да. Сверху, наверное. А там нужно аккуратненько распаковывать. Так, я посмотрю, что здесь нужно делать. Есть такие вот лепка. Вот, это что, одна фирма? Вот она. Нет, фирма. Давай я тебе помогу, вот, Юль. Я пою песни Шалинского. Да? 2000 слов. Так там... Ой, какая милашечка. Да, наша милашечка. Быстро у вас подарочки под елочкой. И ее на ручке. На, сейчас. А корону одеваешь зачем? Потому что она у меня королева. И топотушки у меня есть. И топотушки. Она такая маленькая. Совсем маленькая. А что она говорит? Ёжик, буду аккуратно буквы выводить, чтобы открытку маме к праздникам дарить. Я ж твои игрушки повесила. Кира, какие ты хочешь делала? Хочешь распустить? Ой, да? Зачем? Вот эти. И вот так вот сделай, дочь. Дед Мороза. Так. Ты Дед Мороза делала пингвина, да? А Юля? Юля, это ты делала игрушечки? Нет, это Кира. Раскрашивала. Это Кира. Кудряшки? Вот такие у Юли кудряшки. Ну ты ж постой, ролик. А я все равно видео снимаю. Так. Это Дед Мороз тоже подарки положил, вот да? Вот это Валерия. Ну ах, да, ли? Да. Так, а это? Так, вот здесь я. Ну, это для всех, да? Это для кого? Это. О,
Мы тебя любим, ты самая-самая-самая лучшая. Кто это? Бабушка Люда? Людушка, вы наша. Ух ты, а это кто? Так, вот твой подарок. Ага. Вот твой подарок. Дедушка, наш любимый, ты самый сильный дедушка на свете, будь таким всегда. Так, подожди, а тут еще. О, так тут двум дедушкам, двум папулечкам. Да? Так, вот тебе подарок, а вот дедушке подарок. Да. Нет, это маме. Это маме подарок. Твоей маме. Денеж? Да, маме денежка. Так это дедушка горький шоколад. И мама любит горький шоколад. А это кому? Так. А, это бабушке Леночке, наверное, да? Вот, вот твой подарок забери. Спасибо. Ну, как хорошо. Подарочки. Написали все, да? Это мне, да? Угу, давай сейчас распакуем. Бабушка, нашла себе там подарочек? Нашла. Да, вот. Давай, распаковывай. Можно что называть? Там? Так не получится. Но... Это кому? Бабушке Люде. Это мне тоже? Да. Ух ты. Так, ой. Так, вот это придется разорвать. Ух ты, ж бархатные ручки. Шелковая вот, нежность. А там еще и вот это нужно разобрать. Это мне подарок? Да. Ух ты. Точно я такой хотела. Вот видишь. Придется разорвать. На ножницы, да? Не, ничего. Да. Ты прочитал? Черный это жемчуг. Это бабушки Лени, да? Да. Это у нас... Пусть все оглядываются на тебя. Понятно. Намек поняла. Так, а это кому-то бабушке Лене? Это программа «Витамин С». Сияние и энергия кожи. Черный жемчуг. Потом открою. Вот. Все-таки вообще отличный набор. Классный домик и мебель сразу. Отличный подарок, да? Так вот кукла, она будто бы гигант. А, я гигант. Ну, туда нужна кукла. Вот такой подарок, да? Ну, какой красивый домик. Мама помогает собирать. Довольные. Поехали за ним. Ух ты. Потом мебель расставим, да? Мебель. Сами, да? А тут даже елочка, конечно. Я вот, гигант. Ты мебель расставила уже, да? Да. Это спальня у нас. Да, это игровая. Это балкончик. Да. Это кухонька. Это наша любимая ванная. А это ванна, гостиная. Туалет, кухня. Гостиная. И гостиная. Ну, можно там чаек пить. Ну, да. С друзьями. Хороший домик, да? Только вот по сравнению она как гигант. Кукла-гигант. Да. До утра мела пурга, воя, завывая. Ой, снега, 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 без конца, без края. Ой, снежок, 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 ты красуйся праздный. Сотню солнышек зажег, ты в снежинке каждый. Ой, снежки, 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 бой на снежной горке. Ой, вы санки и коньки, радости, восторги.